Наши вам с хвостиком. Вы на канале Прелесть 34 Роста, с вами я, Елена. Смотрите, в этой серии мы с вами пойдем делать вендетту, мстить старому лагерю за смерть возможных наших друзей. То есть, если бы мы стали бы магом огня, ну, в принципе, мы сейчас тоже маг, то есть, просто мы с ними вплотную не общались. Вот, поэтому как бы так. Вот. И... Подожди, ты запутался. И это, все равно как бы их жалко. Они ничего не делали, их просто-напросто убили и все такое. Вон, мстить мы будем хорошо, мстить мы будем прилично. Помимо этого, нам надо будет... Сейчас я кое-что еще гляну, а то что-то мне не нравится. Я уже третий раз перезаписываю игру. Первый раз игра слетела. Второй раз меня убили, потому что я не знаю, почему-то главный герой не дерется, но очень медленно. Чужие предатели. Я не понимаю, почему. Почему NPC дерутся быстрее, чем я. Хотя у меня улучшено. Еще нам надо сейчас быстренько поесть. USB-клавиатуры. Да. Ладно, попробуем. Все равно. Конечно, ледяная стрела. Шаровая молния. Просто фишка в том, что у меня же ноутбук. Вот, его можно назвать Франкенштейном. Я уже в проекте EG про это говорила. А вот. Клавиатура отдельно, мышка отдельно. И все такое. Эй, ты! Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Уходи, иначе я позову стражу. Я знал, что кто-нибудь попытается добраться до нас через пентаграмму. Но в отличие от этого предателя, кузнеца Стоуна... Ты нам больше не нужен. Стража! Сюда! Где Стоун? За решетой! Сюда! А ты через минуту окажешься на полметра ниже. Тебе нечего здесь делать. Взять его, парни! Ну, ты чё? Порубить на куски! Ну, как всегда, нам показали, как бабы танцуют. Точнее, женщина, извините. А просто мне это все взбесило. Я уже третий раз эту фигню наблюдаю, и вечно тут глюк. Показывают, как дамы танцуют. Хотя, как они сказали, они такие же преступницы. Куда ты собрался? Я не пойму. Ребят, это весело. Ты еще об этом пожалеешь. Кто еще пожалеет? Бартала! Спокойно! Держи карту! Смотри, ты танцуешь, танцуешь, танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем. Здесь за... Я поздравляю, что здесь запрещено танцевать. Лови! Лови, лови, достали. Фу, блин.
Извините. Все не настолько радужно, как я хотела. Короче, ситуация такая. Ну, барыга Лютин. Нам надо сейчас... Мы будем делать как изначально. Я сундуки не буду идти открывать в башню, потому что она нам нафиг не нужна. Потому что у нас тут уровень уже, в принципе, тут осталось с Гулькин клюв. Вот. И поэтому нам уже это все, что не все надо собирать. То есть, получается, нам руда уже не нужна. То есть, стрел, я думаю, нам хватит. То есть, где тут у нас? Сейчас мы еще тут крутое оружие возьмем, круче, чем кулак тролля. Оказывается, тут есть на 10 очков. Вот. Ну да, нам этого все за глаза хватит. Мы чисто тут сейчас сделаем вендетту вместе. Сундуки я открывать не буду, потому что мне скучно, я просто не хочу на них время тратить. Чисто мы сейчас с вами будем делать тут бойню. Бычков пускать на мясо. А поможет нам демон. Танцы с бубном. Ты же мой хороший. Пупсик ты мой, да, красивый с бородой. Ну что, друг мой, пошли. Собирайте. Не знаете, что? Да, пошли. Пошли, мой хороший друг, дорогой. Демон, он будет нас защищать. Я бы вызвала армию тьмы, но они такие тупые. Да, у них нет мозгов. Да, это скелеты, у них нет мозгов. Сундуки тут я тоже не буду проверять, потому что там всякая фигня. А вот у магов я все заберу, потому что мне элики нужны, так как спящего будем пинать. Ты что застрял? Что ты там увидел? Зайка. Постой, а? Что вы все такие безмозглые? Раньше у вас такого не было, да. Игра буганутая стала. Ладно, пускай армия тьмы тусит. Давай, давай. Вот, все, пошли. Ребят, вы мне мешаете. Дайте мне пройти. Вот видите, они вот тупые. Они разбежались по сторонам, и все. А толку от того, что они разбежались, непонятно. Ой. Да ё-моё! Ещё, если бы они ещё били бы нормально... Да, я со стражи тоже ничего не буду собирать. Я соберу только с тех, которые более такие нормальные. То есть от кого есть... Что-то путное. Но путное, я так понимаю, не от всех есть. Вот я, Ярвис, ой, Равен, у него тоже заберем. Родригес заберем, что у него там. Кстати, где твое оружие, Равен? Торрес, вот у Торреса все заберу. Да, собираем всю вот эту фигню. Вообще, по сути, вот свой хлам, ладно, тоже заберем. Но нам самое главное вот элики забрать, потому что как бы они нужны. И
Ну да, и все, и в принципе. Только элики и весь хлам. Воду мы им оставим, пускай пьют. А то вдруг сухой засуха будет, а у них воды нету. Вот. Ребят, как у вас дела, как настроение? Напишите в комментариях. Да, видео часто выходят из-за того, что все-таки я хочу вот эту готику, так как много багов, хочу дозакончить ее до конца года. Привет. Птич мой хороший. Ты меня гипнотизируешь, да? О, вы гляньте, у него один сапог есть. У скелета. Блин, как это сложно забирать вот эту вот. А что с ним случилось? А, наверное, армия тьмы, она временно идет. Ну, кстати, если я не ошибаюсь, в первой готике армия тьмы намного лучше. В том плане, то, что тут их больше. А во второй там их 5 что ли скелетов всего лишь дается и все. То есть не так уж и много. Это вообще фигня. Вот. Как бы так. Да, мы с вами сейчас будем спасать Стоуна. Он нам, это небольшой спойлер, просто почему я сюда пришла. В принципе, можно было идти дальше, но скелет бежит. Вот. Ну, короче, это как его. Он нам доспех улучшит, рудный. Так, еду тоже можно не забирать. Не только элики. И давайте вот эти заберем. Можно будет с вами прикольнуться, превращаться в разных монстриков. Свет мы с вами не будем брать, так как у нас руна есть. Лечение тоже не будем брать, так как руна есть. В принципе, уже не надо. То есть я уже беру только то, что мне реально нужно. Вот. Давайте огненный шар возьмем, свет возьмем, можно будет его продать. Ну, да, все, пускай хлам валяется у него, потому что и так у нас хлама полно. Я предлагаю вам пойти вот этого вот уничтожить. Вот это вообще такой отдельный кадр. Блин, клавиатуру переставила. И он стал быстрее, фига. Спасибо за руду, герой. Ну, кстати, иногда, может быть, тупит. Смотрите, у Скипа много всего. В принципе, как бы можно было... Что-то ко мне перевело. Можно было бы у него все это забрать, но я считаю, смысла как бы нет. Ну, хотя можно отмычек у него позабрать и руды немного. Хотя самый прикол, вроде у него были такие ситуации, я забирала все, что у него там есть, ну, то есть вот это вот, то, что полностью... Вот, потом что-то его открываешь, а у него руды еще больше, еще больше, еще больше. То есть он как бы у него появляется. Я не знаю, он, видать, с дьяволом барыжит. Вот, кстати, вот давайте посмотрим сейчас. 5000. Ага, 5000 так и осталось. Ну давайте попробуем у него все забрать. Почему бы и нет? Сейчас, секундочку. А я вам тут песенку спою. Король и шут. Кукла-колдуна. Пока забираем все у него. И прикольнемся. Конечно, это по времени будет долго. Обрезать я не умею. Ну, давайте попробуем. Хотя бы у него вот забрать вот эту вот руду. Блин, конечно, еще бы эту забрать. Темный мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор. Пробираюсь, чуть дыша.
чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно, в чью я комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Крестик, а, рано. Я просто тут под музыку пою, точнее музыку слушаю, подпеваю. Да. Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайтесь скрыть. Я это видел, как бессонницы в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла. То, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он. Наплевать тебе, и ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну, словно куклой в час ночной. Теперь он может управлять тобой. Все происходит, как в страшном сне. И находиться здесь опасно мне. Блин, короче, это очень долго. А, ладно, давайте у него заберем все остальное. Вы представляете, я когда первый раз песню спела, вот типа с Вунш-Пуншем, да, вот эту вот, точнее прочитала, я красная сидела, как не знаю кто, а сейчас уже мне пофигу. Ну не понравится вам, ну что, всем, как говорится, не понравишься, как бы ты не старался. То есть есть кому-то понравится, кому-то нет. Всем просто не угодишь, если так подумать, даже в принципе, не всем угодишь. В детстве цыганка мне одна, будто я сильно полюблю, то любимого сгублю, то... Так, давайте я сейчас вам заново ее попробую. Я немножко... Конечно, без музыки это совсем по-другому слушается, но сами понимаете, сейчас авторские права, это все такая фигня. А тут без музыки попробую. Может, что получится. Ну, я хочу все забрать это. В детстве цыганка мне одна предсказала, будто я, если сильно полюблю, то любимого сгублю, что измены не прощу и жестоко отомщу. Не специально, но со зла превращу его в осла. Он очень милым парнем был, но зачем он изменил? И когда все началось, предсказание сбылось, и потеряла я контроль, и несчастный стал стонать, серой шерстью обрастать. Эй, ведьма я, эх, ведьма я. Да я вот невольный... все, я заговорилась, это трындец. Вот теперь мне стыдно. Ладно. Давайте без песен. Блин, долго он забирает это все. Уже аж вечер, наверное. И мой любимый навсегда жить остался у меня. И за мною по пятам он ходил и тут, и там. Замечала я порой, что страдает милый мой. И жалела я осла, на лугу его посла.
Я все хотела как-нибудь облик милого вернуть. Я старалась как могла, но ничем не помогла. Он копытами стучал, по ослиному кричал и хвостом своим вертел. Человеком быть хотел. Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя. Жизнь я... Припев это не мое. Ой, господи, что же он так долго забирает? Так, давайте все по одному заберем, может, так быстрее будет. Да, немножко спела. Король и Шут рулит. Да, я обожаю Король и Шут вообще. Песни Король и Шут — это классно. О, так, может, быстрее? Сейчас мне главное забрать стрелы и арбалеты. Я вам покажу, если, конечно, получится. Ну, во всяком случае, у меня был такой баг, что я, короче, все у него забрала, у него оставалась руда. И у него руда постоянно больше становилась. Каждый раз, как только его скелет побежал. Ты что, левитацией занимаешься? А, он по столу бегает. А я бегаю по столу, пьяный на столе, косточками гремит. Да, ребят, расскажите, вам понравилось, как я пою? Ну а чем еще развлекать, когда вот собираешь вот эту вот всю фигню? Вот просто больше я не знаю, как развлекать. Я просто тут нашла прикольную штуку, на Ютубе включаешь, и тут есть с текстом песен, все. Ну, я иногда просто запинаюсь. Я просто реально иногда запинаюсь. Ой, не туда. Извините, я просто иногда запинаюсь, я же не певец, не певица. Ну, осталось чуть-чуть собрать. Это классно. Это классно, это классно. Чуть-чуть осталось, 320. Блин, ну много времени уходит, много вот на это все собирать, поэтому я и не хочу. То есть я дальше больше собирать ничего не буду. Ну, кстати, у нас получается, мы сейчас станем еще и предателем нового лагеря. Когда меч Резели зарядим. И то есть у нас получится, если нам что-то надо будет купить, что-то надо будет продать, только... Этот, как его хотел сказать? Получится только... Болотный лагерь, и все. Они от нас не отвернутся. Но по сути, я уже говорю, тут уже пофигу, тут уже ничего уже не надо собирать. Ладно. Все. Ну, 4000. Ладно. Пускай валяется. Пошлите с вами быстренько сбегаем. Ты что там стоишь? Так. Ну давай, второе. Да, убирайся. Ты кому? Это вам надоело жить. Вы моих друзей уничтожили. Вам не стыдно вообще, а? Взрослые, стражники. Ну вы неадекватные. Ты куда ты стреляешь не туда? А, ты скелета увидел, понятно. Эй! Вы видели, как вот эти вот баги вот постоянные, естественно, что это бесит. Где тут шрам? Он уходит от нас. О, да ладно. Здесь, жалкий трус. Вообще я предлагаю, давайте мы с вами поспим. Мы тут все в потемку влазим, пока мы у того, блин, все собрали. Давайте, спокойной ночи называется.
вставай, зайка моя. Кто-то там меч достает из широких штанин и убирает. А ты чё тут? Вот ты мой! Я буду мстить, и мстя моя будет хорошая. Извини, лежи, отдыхай. Меч шрама. О, Палыч, Палыч. Ну, нам только руду убрать. Ну вот что-то игра начала FPS, видать, проседать и тормозить. Вот, болтов у нас дофига. Фиг с ними. В принципе, пошлите с вами, стол мы спасем. Ага. Да у тебя же нет ни куска руды. А ты че сюда, сэра? Вошла в мою жизнь. А, она, видать, от скелета убежала. Со спины, да, ну ты молодец. Мы сейчас с тобой разберемся, подожди. Сэра, оно вошло. Лежи, отдыхай, Тони. Мы всех укладываем спать. Опа. Ты куда там пропал? Правда. Так, давайте с вами покушаем. По сути, нам осталось убить кого там? Гомеза. Спасти. Ну, пей. Вот это вот тормоза вот этих FPS прям бесит вообще. Иногда просто устаешь от них. Ну, у нас чисто так. Мы зачищаем. Что там, 11. FPS. FPS чуть. Стражник обычный. Я удивлен. Давайте с вами армию призовем. Танцы с бубном. Ребята, вперед из песни. Да. Ой, я что-то засмотрелась. Ну куда вы полезли? Вон, смотрите, где тут. Где Торус? Зарушу поте. Так, я Торуса не вижу. Ха-ха, вот он. Как я хотела тебе морду набить, Торус. А то ты у нас взяточник. И это точно, потому что если вспомнить, он, короче, как сказать,
Он, короче, в начале игры, чтобы подпустить нас с амулетом, ну, то есть к магам огня, он нам предлагает, типа, чтобы мы ему дали 1000 руды. Если мы ему дадим 1000 рублей, ну, почти рублей, да, руды, он нас пропустит. Вот. Ну, то есть, получается, вы сами понимаете, что это реально взятка. Давайте его меди заберем. А со взяточниками мы не ведем диалогов. Да что такое? Ну забирай давай быстрее, ё-моё. Короче, фикс этой рудой, все, хватит. А мы с вами все, не будем больше ничего собирать, только вот только эксклюзивное там что-нибудь такое. Давайте попьем. Потому что, во-первых, видео тормозит, во-вторых, нам уже надо вот чисто спасти, быстренько все сделать, зачистить внешний круг, оставить только рудокопов. Ну, скорее всего, я так понимаю, потому что много слишком NPC-шек, и он не знает, как лучше сделать. Самое интересное, девушки тут неубиваемые. На Гаймызе, кстати, можно это, кучу... Интересно, мы можем сесть на его место? О, теперь мы тут главный. Еще и опыт 30. А, ну опыт, наверное, получили, потому что этот долбанул. Ну, смотрите, сейчас Гаймыз станет. Лучше бы ты этого не делал. Видели? И вот еще 1000. Вот где хорошее оружие. То есть получается у Гомеза 110. Хотя он нифига не дерется вообще нормально. У нас теперь крутое, еще круче оружие. Конечно, мне нравится больше, как выглядит месть тролля. Он как-то прям такой красивый. Хотя и у Гомеза ничего так. Ну что, покурим? Что ж ты не на ковер? А, ну в принципе на другой ковер сел. Ладно, покурим и хватит. Пошли дальше с тобой заниматься. Ребята! Сера, ты будешь со мной говорить? Хотя, да, они со мной все равно не будут разговаривать. Так, еще одного надо убрать. Гляньте, сколько хавки тут. Блин, да что такое? Картина. Репина приплыли. Да не обижайте девушку, а? Девушки, вы что, сдачи не можете дать? Не обижайте девушку, а? Я вас для чего приглашала? Я вас приглашала для того, чтобы вы других били, а не девушек. Тоже мне. Я, конечно, понимаю, что вы скелеты. И везде ищете врагов. А где тут? Нету? Ну ладно. Все, короче, поскакали с вами во внешний круг. Теперь там устроим бакханалию. Тусу-джусу. Ты куда побежал? Ты куда побежал?
Во-первых, чтобы времени тратить, я почему скелетов вызываю? Все, бегите. Бегите по разным углам. Что хотите, то и творите. Ваша задача... бить морду. А, подождите. Эти пускай тут дерутся. Нам надо спасти все-таки... Хотела сказать быстро. Стоуна, кузнеца. Мы ключи забрали, кстати, надо будет еще, знаете, что... так, стражник, нафиг. Надо еще будет кое-куда сходить, посмотреть, что там за оружие. Ну, там, наверное, ничего интересного нету. Привет. А, ты меня встретил, я помню, да? Ты меня встретил. Кулаком. Вот тебе получи. Охраняет он Стоуна. Так, мы все забрали. Нафиг этот мусор собирать. Да, ребят, если вам захочется, чтобы я собрала весь мусор, там вот все в таком стиле записала бы, вот, полностью все проверила, все сундуки, там, что где лежит, вот, напишите в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я по вашим пожеланиям все сделаю. Чего тебе? Ты не похож на прихвостней Гомеза. Правда. Я не один из его людей. Тогда как ты сюда попал? Ключи от камер Гомес держит при себе. Скажем так, он сам отдал их мне. Хочешь сказать, что ты тот парень, который поставил Гомеза на место? Да, это я. Парень, вот уж никогда бы не подумал. Но я рад, что этот подлый головорез наконец-то получил свое. Но зачем тебе спасать меня? Я услышал, что тебя посадили за решетку, и решил использовать эту возможность, чтобы устранить Гомеза и освободить тебя. Ну, спасибо. Я твой должник. Будет минутка, заходи ко мне в кузницу, поболтаем. Так, Гомез у нас зашел. Увидимся. Гомез у нас ушел. Дай пройти. Обойти не можешь, да? Что тут, трамвай что ли? Гомез у нас ушел в замес. А еще, может быть, пошел на протез. Так. Поскакали с вами за Стоуном. Сразу сделаем доспех, иначе как получится. Той серии, которых они что, они, вы это видите, вы это видите, а это руки так висят, я уж подумала, это, знаете, как это говорится, я уж подумала, они это скелета на шпагат посадили. Так. И вот если будет вам интересно, что там где в сундуках, в одном мире, в другом, то есть в тех местах, где там это, тут выше, там где-то у Гомеза. А ты чё встал? Он завис. Блин, только не говори, что ты завис конкретно, а, Стоун? Ой, этот исчез. Блин.
Ну, короче, у меня была фишка в чем, что вот этот вот баговался настолько, что я у него собирала все, вот полностью все собирала, как его называют. Руду забирала конкретно, и в конечном итоге после этого, как я у него руду забрала, он это... Еще у него руда появлялась. То есть он получается, мне кажется, с дьяволом все-таки дружит. Давайте с вами поспим, может быть, Стоун разбагуется. Потому что если делать, то надо делать сразу, так никуда. Вот. По сути, нам осталось во внешнем кольце порядок навести со стражниками. Тут ящики нафиг нужны. Так, давайте поспим. Все, мы хорошо выспались. Что? Тогда поскакали. Где наш Стоун? Да, все-таки магов огня мне очень жалко. Вот он все. А, вот и ты. Дай мне тебя отблагодарить за то, что ты меня вытащил из той крысиной норы. Знаешь, я вот подумал, мне ведь нечего тебе подарить. Может, я скую для тебя что-нибудь, а? Давай. Может, кольцо или что-то в этом роде? Смотрите, давайте с ним поговорим. Кто посадил тебя за решетку? Как ты здесь оказался? Гомес. Эта свинья обвинила меня в сговоре с магами огня. Я жив до сих пор только потому, что лучший кузнец на весь старый лагерь. Меня бросили в эту крысиную нору и выпускали только, когда нужно было поработать на Гомеза. Он такой. Кольцо, я думаю, оно не очень интересное. Наверное, мне пригодится кольцо. Сделай мне то, что повысит мою магическую силу. Нет, я лучше, наверное, все-таки доспех улучшу. Ты можешь усилить эти железные доспехи? Конечно, могу. Давай сюда. Минутку, и все будет готово. Нас раздели. Мышцы какие у главного героя. Квадратные. Держи, теперь эти доспехи мощнее, и мы в расчете. Кстати, надо было глянуть, что даже... Еще увидимся. Весят, ну ладно. Ну там что-то 90, что ли, было. А сейчас около 100, наверное, будет. Все-таки, мне кажется, доспехи – это самый лучший вариант, что можно улучшить. Ну да, 100 вот. А было 90 или 95. Потому что доспехи, они как бы защищают нас. Конечно, если становиться некромантом, вроде как они сильнее доспехи. По другим видео я смотрела. О, скелеты там все еще развлекаются. Так, ну что, давайте с вами. Оба. Я думал, это уже давно решенный вопрос. А, ты не хочешь запрыгнуть? Кстати, давайте прикольнемся, спрячемся от всех. Без меня вообще никогда. Я смотрю, вы просто бегаете, носитесь и все остальное. Так, все. А у обычных стражников ничего не забираем. Только вот мечи и все остальное. Мячики нам нужны. Смотрите, ребят, давайте спрячемся в бочку. Видали, как в бочке надо сидеть? Ты в нее вообще можешь нормально сесть, чтобы тебя не видно было? А, во, можно. Правда, его доспех выдает. Так. Сможешь наверх подняться? Не сможешь, да?
По-моему, я забуговала. Все. Я уж думала, я в этой бочке останусь. Мы с вами уровень добили. Но мы ничего на него не выучим. Единственное, что мы только сможем, это только силу поднять. Все. Ну что, ребят, смотрите, давайте с вами уничтожим Скатти. Потому что он на нас кинется. Декстера, потому что это будет аванс за то, что он на нас захочет напасть. Тут больше никого нету. Мне просто рудокопов жалко. Давай, давай, давай. Я ничего не собираю, все. Настолько это все. Гай, Юлия, Цезарь были живой. Давайте посмотрим, что там вообще охранял этот какого. Ладно, не ладно. Кому интересно. Давайте, тут стульчики, прикольно. А можно на него сесть? Ага, места действия нет. А, есть. Так, подумаем, чем бы нам таким заняться? Ха, пошлите искать и бить. Пиу! Быстрый спуск. Блин, как тараканы носятся. Все, больше никого? Походу никого. Пошлите, значит, вниз к Скатти. А, ты куда? Чуть отвлеклась и все, он куда-то забежал в чужой дом. Правда, мне тут вообще никто теперь ничего не скажет. Вообще никто ничего не скажет. Блин, я этой беготней кучу времени трачу. Давайте с вами... Потому что нам еще кучу надо сделать. Выпили, побежали. Вот видите, их всех поубивали, снова лагерь с болотами. Скатти, теперь ты видишь, как я дерусь? До этого просто я не смогла тебя убрать. Что у тебя там есть? Нафиг. Мы уже себе весь провиант забрали. У этих тоже ничего интересного. А, подождите, у нового лагеря, по-моему, элики есть. Элики еще можно забрать. Рым. Спешка не доведет до добра. Все время одно и то же. Так. Смотрите. Всех убрали. Призраки тоже пускай живут. Хотя у них оружие есть, они могут спокойно нам люлей навешать.
все, я с вами потом разберусь. Это будет в следующей серии. Сейчас нам надо тут всех добить. А, и мы будем с вами, наверное, заканчивать эту серию. Потому что все-таки как бы зачистку сделали, самое главное сделали, доспех улучшили, все. Все, конфетка прям полная. Так. Декстер! Извини. Мы это тебе аванс. Кто у нас стреляет? А. Тебе жить надоело, да? Да мне твои стрелы, они просто шепотят. Ложись отдыхай. Ой. Кто еще? Ага, сверху, да? Ну, сейчас мы поедем. Точнее. Исцелимся. Ага, все, крутяк. Чувак, ты встрял. Ты встрял, очень встрял. Где тут? Где второй? Мне ж... Еще и раненый. О, да ладно. Призраки, ладно, призраки пускай живут. Ghost Hostel. Или как там? Мы не охотники за привидениями. Фиск! Зачем ты убил его? Теперь тебе не жить. От нечего делать, я убил его. Затем, что он в меня стрелял. И не надо так говорить, зачем я его убила. Вы такие странные все. Кто там еще? Есть еще кто? Сковородка. По сути, да, мы с вами всех уже убрали. Вот тоже еще одного болотника убили. Так, ну что я вам предлагаю? Скелеты наши, как всегда, поразбежались непонятно куда. Куда ты? Не туда. Вот, да, сюда. Так. Сколько всего валяется? Давайте, девушка стоит. Давайте, вот так. Ну что, ребята, мы с вами... Вот так. Сесть как-то. Мы с вами заканчиваем на этой прекрасной ноте эту серию. Вот, мы с вами убрали. Как его уже забыла, из головы вылетело, пока бегала внешнее кольцо. А, порядок приводила, то есть от стражи. Лагерь красных мы зачистили, то есть все. На этом серию мы с вами будем заканчивать. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Приятно было с вами пообщаться. Всем хорошего настроения. Всем пока. А, Гомеза мы убили. Да, Гомеза, все. Ну, память как у рыбки, да, одна секунда, даже и то меньше. Все, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.